Я считаю, что здесь очень большой потенциал сотрудничества. Прежде всего, три сферы я бы назвал. Это сельское хозяйство, включая орошение. Так. Это очень важная сфера, особенно для юга Украины. Вторая сфера – это медицина. Понятно, не нужно, я думаю, много говорить об успехах израильской медицины. Она очень популярна здесь, в Украине. И третья сфера – это безопасность. Тоже, я думаю, что понятно, что Израиль находится впереди многих стран в вопросах безопасности. И есть много технологий и израильский опыт, которым мы с удовольствием поделимся.